Сегодня в Дзержинском районе Волгограда на машину упал ВИАЗ. ЧП произошло на улице 8-й воздушной армии рядом с 47-м домом. Ствол дерева обломился и упал на капот автомобиля. У машины разбито лобовое стекло, помят капот. По предварительной оценке, эти детали, скорее всего, под замену. Сейчас на месте работают спецслужбы. Напомним, накануне сотрудники регионального МЧС в связи с усилением ветра предупреждали горожан не оставлять машины вблизи деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. По словам пострадавшего, жильцы дома неоднократно обращались к коммунальщикам с просьбой спилить сухие деревья. ЖЭУ, как оно молчало, так и молчит. Уже, в принципе, неоднократно обращались по поводу спила деревьев, потому что и здесь их еще много очень испиленных. Они как год назад полтора делали, так они больше ничего не делали.